Здесь закончим, и там перейдем туда. Пока мы еще не решили, каким способом это будет проходиться. Но мы там должны закончить, потому что... Да, закончить там, потому как там золотоордынский период, середина 13 века однозначно существует. Там жилища были, потому что в одном там квадрате 25 квадратных метров 7 остатков печей от жилищ было. Одно на другое, то есть там плотная была застройка, очень плотная. Но так как замок уже уничтожен на скале был, этими карьером каменоломнями, то у нас осталось только это пригород. И мы нашли даже часть уже рва там, который вел к замку. То есть мост был перекидной от замка к пригороду. И я думаю, что если мы там это вот частично хотя бы восстановим, реконструкцию какую-то сделаем, какой-то башни, скажем, деревянные, потому что замок деревянный по историческим сведениям, то это будет очень интересно для туристов. Потому что туристический центр там как раз к месту.